давайте потом мы будем их дальше транслировать. Соответственно, что мы сейчас от вас хотим, чем вы можете помочь? Молодежная 40. Молодежная 40, да. Я все слышно, нет? Да. Вот, до 15 октября, буквально осталась у нас неделя, надо будет зайти в штаб, идите какой-то СМИ, чтобы выйти журналистам на участке в марте 2015 года. Это вас не обязывает прям 100%. Я не знаю, готово ли. Девушка, как вас зовут? Вы не представились. Меня Ольга зовут. Оля, это очень хорошо. Мы все собрались. Я приехала, я зарегистрирована, я за Навального. Вот для тех, кто не знает, кто не в курсе. Нужно было рассказать вообще, в каком поле собрались. Все не знают, зачем вы тут собрались. Это никто не знает. Ну, я бы для этого не приехала сюда, если честно. Я надеюсь, что не наш тоже. Мы здесь собрались с одной большой целью за Навального, за дому с Навального. Мы в Арагуне. Все оставили вот Навального и дали ему нормально пойти на выборы и победить. Но еще и за честные конкурентоспособные выборы. Да. Может, вы меня продолжите тогда-то, я уже была раньше. Если кто-то хочет выйти, что-то сказать, выходите. Да. Ну мы там между другом все знаем, но вот были бы тут... Была бы возможность сказать другим. Полиция снимает на камеру зачем-то. Полицейский стоит с камерой. Вокруг ходят полицейские. Вон двое. О,
Оля, а вы снимете видеоролик и Путину отправите поздравление? Да, ну сделай это, сделай это. Да, давай, я сделаю. Какой-то же должен быть выхлоп от нашей встречи. Согласовали на самом, на очень отдаленной точке от центра Барнаула. Вон два полицейских ходят. Смотрели. Вот меня лично приглашали на закрытый просмотр. Проходили, смотрели. Я была поражена, что наши новости сняли фильм. Очень правдивый фильм, чему я была даже немножко удивлена. Они показали, как прошли выборы. Что административный ресурс работал на 100%. В Барнауле досрочных выборов было 27% проголосовавших. По Барнаулу 27% проголосовавших пришли заранее. Кто это такие были? Это были люди, родители, которых в школе учителя посылали досрочно голосовать. Это были медики, это были все те, кто дорожит своим рабочим местом. По большому счету. Скажите, там не говорилось, что их агитировали для кого-то голосовать. Трактор за нами приехал. Почему люди шли на досрочное голосование? Как тогда забрало? Куда им надо? Я не пошли. Так. И больше не потом. Посмотрите, говорят, в YouTube уже есть. Фильм хороший, да, достаточно очень хороший фильм. Так что если на Навальный в 2018 году будет баллотироваться, чтобы вот так вот выборы бы не прошли бы, вот чего я боюсь. Мы не допустим. Как вы не допустите? Вы встанете и не будете пускать? Да. На, это... Прибегнем хотя бы месяц. Это же серьезно. Я вообще не готов был, я просто... Скучились, сплотились. У нас пошли тут идея снять ролик, отправить Путина, да? С днем рождения поздравить. Давайте мы каждый маленький... Зачем полицейский снимает это на видео? Вот это мне очень интересно. На камеру. Ну, у него есть право? Для каких целей? Даже собака пришла. А, это же не выборы же. Зачем, интересно, они на распознание могут потом отправить это? Типа, чтобы посадить или еще что-то. Сити 17. Новости из Сити 17. 2017 год. Вы скажите, пенсионеры-то должны такую Подходите. Ну, вроде бы не так. Я думал, меньше будет людей, но все равно маловато. Очень мало.
по меркам митингов 11 и 24 или какого-то 6 людей вообще мало. Тут человек может быть 60, там, не знаю, ну, может, побольше. А это всегда так было, просто все пошли там на эти дела. Ты должен там проходить. Вот это вот просто демократия. Люди выходят и высказывают свое мнение. Ну, полиция даже в этом пытается найти какой-то изъян и снимает на видео. Зачем? И сторожит. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Вас ждут великие дела. Мы потерпим. И будем за вас болеть. Уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с рождением, потому что встречи для действительно предослужили вместе с моими друзьями. Люди решили поздравить Владимира Владимировича. Вам желаю уже выйти на пенсию наконец-таки, оставить ваш пост и дать дорогу. Также богаты, как я, на 2500 рублей стипендия отличница. Конечно, при чем здесь америкосы вообще? Когда речь идет о выборах в России, о свободных выборах, о равноценных, о равноправных, при чем здесь америкосы?
Вот. Откуда такая неприязнь к другой стране? Довольно спокойно вокруг России. Вот в таком количестве будет проходить пикет, если его согласуют на максимально отдаленной точке центра города. Это Барнаул, и это очень сейчас далеко от центра. Поселок Южный. Так, у меня садится телефон. Как-то так.